Слава. Ничего не скажем даже про нас? Только же Андрюх сказал. Андрюх все про нас сказал. Не все, скажите что-нибудь. Что-нибудь сказать. Ну, вот они мы. Меня зовут Денза. Ксенер Николай. Там вы же на необитаемом острове, не забывайте. Да, нам да. На необитаемом острове мы же приехали к этому, к моряку Четвергу. Я все пропустил. Мы на необитаемом острове. Так. Вы приехали к моряку Четвергу, который скачает. А это к нему тоже все приехали, уже не скачается, уже веселее. Я думал, какие-то дикие местные аборигены, которые здесь не обитают, а прибывают, чтобы перекусить. Такими душами, как мы, которые плавают на необитаемые острова. Ну, в общем, мы очень рады, что мы добрались, и мы привезли с собой к вам на необитаемый остров Петра Петровича Уксусова. Кто не знает, кто это такой? Очень кислый. Кислый. Ну, острый тоже. И соленый, сладкий иногда. Острый? Хорошо, что вы нас позвали. Наверное, вы про нас ничего не знали, потому что на детские праздники нас зовут в основном один раз. Это не лимон и не петрушка. Это такой как бы укроп, сельдерей, капуста. Это, скажем... Ладно, будем показывать. Да, лучше мы вам что-то прямо говорить, мы лучше покажем. Слова во рту застревают. Вы готовы? Да! Мы готовы, да. Ты какой-то волнительный, выглядишь, я волнуюсь. О! Знаете, мои хорошие, как надо встречать народных артистов. Да. Что они любят больше всего на свете? Ну что? Морковку? Ну нет, морковку я не очень, честно говоря. Хотя считайте, аплодисмент пришло. Итак, заходи, народ, как на свой огород. Вниманию твоего представления, значительно улучшающее настроение. Вам сегодня дико повезло, всем препятствиям на зло. Прибыл к вам в театр ходячий, на своих двоих ходячих. И с нами прибыл звезда ярмарок, базаров, подворотен и тротуаров. Прошу любить и жаловать сырниками, блинами, пирогами баловать. Петр Петрович! Уксусов, конечно, аплодисменты попросил. Вот он, красавчик! Здорово! Вот, что здесь не видели? Здорово, здорово! Фух, наша очередь наконец-таки настала! Они еще не спят, нам повезло! Давай поэтому! Ты размялся? Все, а то засиделся в чемодане в своем. Ну, что, давай уже показывай что-нибудь. Фух, какая суета. Суета началась. Танцуем, это внимание, уважаемая публика. Смотрим, не моргая, чтобы ничего не пропустить. Отрывный танец народного артиста под гармошечку. Петр Петрович, готовы? Сто пудов. Сто пудов, смотри. Так. Спасибо, даже с элементами брейк-данса мы готовились. Итак, следующим номером нашего представления, уважаемая публика, наш артист покажет вам кое-что абсолютно уникальное. Абсолютно особенно. Петя, это что? Это сюрприз. Это сюрприз. Давай сюрприз, попрошу. Итак, сюрприз. Уважаемая публика, вероятно, наш артист угорел от бешеных танцев, так сказать, выложился на 100%, поэтому ему нужна всего одна минута, Петя. Всего одна минута отдыха, чтобы перевести дух, а для вас прозвучит хорошая песня. Ложкой снег мешает,
Ночь идет большая. Что же ты, Петрушка, все спишь? Петя, кто будет работать? Я твои соседи. Это все видели, это осадок от вчерашнего. Петя! Это честно, это не я! Петя! Я понял, но это... Зануда, даже объяснить не дал! А! Все это видят? Да! А! Ой! Петя, тут такое происходит! Петя, тут такое происходит! Тут это... Что? Клянусь патриархом Кириллом, чёрт, рогомот! Язык на полметра! Глаза жёлтые! Желтые глаза, как будто водки, но у него ебову! Петя! Что делать? Есть идея у кого-нибудь? Да. Ну что делать? Давай! Какая милашка! Идея класса! Устроим засаду! Так, ты что? Согрись в ту сторону. Давай, Света. Это будет приманка? Все, взбодрим ее, чтобы выглядела хорошо. А ты за штору. Ты давай за штору. Согрись, приманка. Лицом сюда встань, ты ничего не видишь. Так, все. Тише. Не стой, не двигайся. И гробовая тишина, ты понял? Понял. В засаде гробовая тишина. Договорились? Да. Гробовая. Не спрятался, Дэнни. Встань, спрячься, ты что? Через шага стоп, назад два шага. Раз, два. Дубину возьми нормально. Как дам сигнал, жарах по башке и приветик, понял? И приветик, все, давай, становись. Замер. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да не спи так. Сказал, дам команду, крикну, Петя, давай, ты не спи! Давай, какая с ним засада, он же это... Вообще! Стой там, не спишь? Ла-ла-ла-ла-ла... Так, тихо! Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла... Давай, Петя! По-моему, он готовый. Все. Что? Мама? Петрушенька! Куда лез? Зря мы его разозлили. Молодец, Петя! Лучшее оружие от нечистой силы, конечно, швабра. Сейчас, по-моему... Уважаемая публика, произойдет кровавейшее сражение. Вы готовы это увидеть? Да! Войти готовы? Так, внимание. Битва! Молодцом. Фух, это было классно. И мы продолжаем. Все, вы немножко строит. Все строит, а я расстроился. Чего ты расстроился? Победа такая. Ну и что, какой-то парень. Че, смысл жизни в котелок пробрался? Началось. Знаю, с этими фестивалями. Я одинокий Петрушка. Одинокий Петрушка? Одинокий. Это что значит? Ты уже... Другая жениться хочет. Так, дорогой мой. Есть у тебя невеста? Есть одна красавица. Есть одна красавица. И ты мне влюбился. Хочется. Да. А она к тебе как? Надо спросить. Ну спрашивай. Есть их ты Леш. Так, ну зови, спросим. Это сейчас позову.
Марфа Петровна! Чего, чего? Да что ж, Сотка? Я готовка. Ой, я сейчас только накрашусь. О, сейчас накрасься, но это надолго. Дети спать лягут. Сейчас я только глазки подведу. Глазки подведу, ну, к завтрашнему дню, я думаю, продолжим. Марфа Петровна, дорогая, ну выходи. Я еще укладочку сделала. Вау, какая красавица. Петя! Ну, он даже не знает. Только после свадьбы. Вау! Как все быстро! Какая умничка! Это ж надо! Веселую есть, мой генерал. Внимание, танцы! Вот, значит, там памперс поменяй, накорми, напои, а я на елку.